В соответствии с федеральным законодательством, предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты является одной из основных задач гражданской обороны. Средства защиты – это изделия и сооружения, предназначенные или приспособленные для предупреждения, устранения или уменьшения воздействия на людей, опасных и вредных факторов окружающей среды и боевых средств поражения. Вначале рассмотрим коллективные средства защиты, то есть защитные сооружения, предназначенные для укрытия групп людей. Массовое создание убежищ для защиты от разрывов бомб и снарядов и газоубежищ для защиты от боевых отравляющих веществ началось незадолго до начала Великой Отечественной войны и было развернуто в массовом порядке непосредственно с началом военных действий. Всего за первый месяц войны только в Москве было подготовлено более 6 тысяч убежищ, вырыты и оборудованы простейшие укрытия на 236 тысяч человек. А к концу 1941 года в защитных сооружениях всех типов одновременно могли укрыться от налетов авиации более 1,5 миллиона человек. С ростом обеспечения населения укрытиями резко снизилось количество потерь. Всего же за годы войны было обеспечено убежищами и укрытиями более 25 миллионов человек. Новая волна строительства убежищ приходится на период Холодной войны. Сооружения этого времени предназначались для защиты людей от оружия массового поражения. В каждом крупном городе строились десятки и сотни убежищ и укрытий. Следует отметить, что наряду с защитой от современных средств поражения защитные сооружения находят применение для жизнеобеспечения населения и спасателей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, при аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясении в Армении. Они используются для защиты людей в зонах вооруженных конфликтов и в горячих точках, для развертывания пунктов жизнеобеспечения, аварийно-спасательных формирований и населения, питания, обогрева, оказания медицинской и другой неотложной помощи, сбора пострадавших и так далее. Именно защитные сооружения гражданской обороны спасли тысячи жизней мирного населения во время пятидневного военного конфликта в городе Цхинвал, это Южная Осетия, в августе 2008 года. В период вооруженного конфликта на Украине в 2015 году защитные сооружения также спасли немало человеческих жизней. Защитные сооружения гражданской обороны – это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения. Боеприпасов, оружия массового поражения – а также обычных средств поражения, и от вторичных факторов, возникающих при разрушении или повреждении потенциально опасных объектов. Эти сооружения, в зависимости от защитных свойств, подразделяются на убежище, укрытие гражданской обороны и противорадиационные укрытия. Кроме того, могут применяться и укрытия простейшего типа, например, траншеи, землянки. Убежище – это защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных, биологических средств, отравляющих веществ, а также, при необходимости, аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. Убежище классифицируется по защитным свойствам, по вместимости, по месту расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием и по времени, то есть условиям возведения. По времени возведения различают заблаговременно построенное убежище в мирное время и быстро возводимое,
построенные в угрожаемый период с упрощенным внутренним оборудованием. По месту расположения относительно застройки убежища подразделяют на встроенные и отдельно стоящие. Кроме того, убежища могут быть расположены в горных выработках, в подземном пространстве городов, в метрополитенах и других местах. По вертикальной посадке убежища могут быть заглубленные, подвальные, полузаглубленные и возвышающиеся, встроенные в первые этажи зданий. Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и лежания, второй и третий ярусы, малые – до 150 человек, средние – от 150 до 600 и большие – свыше 600 человек. Убежище характеризуется наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтров вентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а на случай их завала устраиваются аварийные выходы, иначе называемые лазы. Входы оснащаются защитно-герметичными дверьми. Убежище герметизируется и оснащается фильтровентиляционным оборудованием. Оно очищает наружный воздух, распределяет его по отсекам и создает в помещениях подпор, то есть избыточное давление, которое препятствует проникновению загрязненного или зараженного воздуха через различные трещины и неплотности в объем убежища. Во всех убежищах предусматривается два режима вентиляции. Чистый, когда наружный воздух очищается только от пыли, и режим фильтровентиляции, при котором воздух пропускается через фильтр-поглотители, где он очищается от всех вредных примесей, опасных веществ и пыли. Если убежище расположено в пожароопасном месте, например, рядом с нефтеперерабатывающим предприятием или в районе возможной загазованности опасными химическими веществами, то предусматривается и третий режим – изоляции и регенерации, то есть восстановление газового состава, так как это делается на подводных лодках. Система водоснабжения обеспечивает людей водой для питья и гигиенических нужд от наружной водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя предусматривается аварийный запас. В аварийном запасе только питьевая вода из расчета 3 литра в сутки на человека. Предусматривается также система отопления и канализации, а также аварийные резервуары для сбора фекалий. Электроснабжение осуществляется от городской электросети, в аварийных случаях от дизельной электростанции, находящейся в одном из помещений убежища. В сооружениях без автономной электростанции предусматривают аккумуляторы и различные фонари. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления его предприятия и громкоговорители радиотрансляции, подключенные к городской или местной сети радиовещания. В помещениях или в отсеках, где находятся люди, устанавливаются двухъярусные или трехъярусные скамьи или нары, нижние для сидения, верхние для лежания. Для встроенных убежищ важной частью является аварийный выход, который устраивается в виде тоннеля, выходящего на незаваливаемую территорию и заканчивающейся вертикальной шахтой с оголовком. Выход из убежища в тоннель оборудуется защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми, соответственно, снаружи и внутренней сторон стены. Оголовки аварийных выходов удаляются от окружающих зданий на расстояние, составляющее не менее половины высоты здания, плюс 3 метра. Противорадиационное укрытие – это защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности
и допускающий непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени. Кроме того, при соответствующей прочности конструкции укрытия могут частично защищать людей от воздействия ударной и взрывной волны, обломков разрушающихся зданий, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду опасных химических веществ и бактериальных средств. К таким укрытиям предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое ослабление радиоактивных излучений, защитить при авариях на химически опасных объектах, сохранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиях, бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. В крупных укрытиях устраиваются два входа, в малых – до 50 человек, допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам. В укрытии предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Отопление укрытий устраивает общим с отопительной системой зданий, в которых они оборудованы. Водоснабжение осуществляется от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, ставят бачки для питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на человека. Для освещения используется электрическая сеть, а при аварии – аккумуляторные батареи и различного типа фонари. Простейшее укрытие – это сооружение, не требующее специального строительства, которое обеспечивает частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков разрушенных зданий. Они снижают воздействие ионизирующих излучений на радиоактивно загрязненной местности, а в ряде случаев защищают от непогоды и других неблагоприятных условий. Простейшие укрытия типа щели, траншеи, блиндажа прошли большой исторический путь, и в военное время они остались простой и хорошо зарекомендовавшей себя защитой. Щель представляет собой ров глубиной до 2 метров. Обычно щель строится на 10-40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 метра ее длины. Щели на большее количество человек устраиваются в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 метров. Открытые щели и траншеи отрываются в течение 12 часов. В следующие 12 часов они перекрываются, а к концу вторых суток доводятся до требований противорадиационным укрытием. В качестве простейших укрытий, наряду с траншеями и щелями, могут быть использованы землянки, а также подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий. При наличии времени и материалов эти помещения также доводятся до требований к противорадиационным укрытиям. В режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны могут использоваться для хозяйственных нужд, а также для обслуживания населения по согласованию с органами управления по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. При использовании защитных сооружений под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной мощности сооружения без освобождения от хранимого имущества. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию для его осмотра, обслуживания и ремонта. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время запрещается перепланировка помещений, устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях, нарушение герметизации и гидроизоляции, демонтаж оборудования, применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.
При наличии проектного обоснования и согласования органа управления по делам гражданской обороны допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов. Перейдем теперь к рассмотрению средств индивидуальной защиты, сокращенно СИС. Эти средства предназначены для обеспечения безопасности одного человека. В зависимости от назначения СИС подразделяются на средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, носимые на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным образом от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов. Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и изолирующие дыхательные аппараты. Фильтрующие средства защиты, в свою очередь, делятся на противоаэрозольные, противогазовые и противогазоаэрозольные. Изолирующие дыхательные аппараты могут быть автономными и шланговыми. Автономный дыхательный аппарат снабжен источником чистого воздуха или кислорода в виде баллонов с зажатым воздухом или химических регенеративных патронов, которые человек носит при себе. В шланговом аппарате воздух поступает с некоторого расстояния с помощью насоса или воздуходувки. Для защиты широких слоев населения применяются фильтрующие средства защиты органов дыхания. Их принцип действия основан на очистке вдыхаемого воздуха от различных примесей с помощью специальных фильтров. Наиболее распространены гражданские фильтрующие противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7В. Противогазы ГП-7 используются, как правило, для нужд гражданской обороны, а ГП-7Б в целях охраны труда. Эти противогазы надежно защищают от многих отравляющих и других опасных веществ. Наличие у противогаза переговорного устройства мембраны обеспечивает четкое понимание передаваемой речи и значительно облегчает пользование средствами связи. Лицевые части противогазов изготавливают трех ростов. Подбор необходимого типа размера осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхватов головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. По сумме двух измерений в соответствии с инструкцией устанавливают нужный рост лицевой части и положение упоров лямок на головника. Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность. Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост лицевой части и положение упоров лямок соответствует требуемому. Затем проверяется целостность, обращая внимание на крепление стекол очкового узла. Осматривается клапанная коробка. Клапаны не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующей поглощающей коробке не должно быть вмятин, ржавчины, проколов и иных повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна поглотителя. Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри влажной ветошью.
продуть узлы вдоха и выдоха, с фильтрующе-поглощающей коробки снять заглушки. Коробка ввинчивается до отказа в патрубок. Для надевания противогаза необходимо взять лицевую часть обеими руками за боковые лямки, растянуть лямки в стороны, зафиксировать подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад надеть наголовник на голову без перекосов, подворотов обтюратора и лямок наголовника. Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков находятся против глаз, лицевая часть плотно прилегает к лицу. При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Для детей разработаны фильтрующие противогазы PDF различных модификаций. Они комплектуются лицевыми частями четырех ростов. Ряд металлических деталей заменен пластмассовыми. Принцип действия детских противогазов аналогичен противогазам для взрослых. Для детей в возрасте до 1,5 лет в качестве средства индивидуальной защиты используются специальные камеры защитная детская КЗД-6 и ее новые модификации. Основным узлом защитной детской камеры является оболочка из прорезиненной ткани на разборном металлическом каркасе. В оболочку вмонтированы два диффузионно-сорбирующих элемента. Ребенка в камеру укладывают через входное отверстие, которое герметизируется зажимом. В верхней части оболочки имеется рукавица из прорезиненной ткани для ухода за ребенком. Рассмотрим теперь назначение устройства респиратора. Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Они получили широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства. Респираторы делятся на два типа. Первый – это респираторы одноразового применения, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй тип очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединенных к полумаске. По назначению респираторы подразделяются на противопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Респиратор ШБ1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей, пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала ФПП, фильтр Петрянова из волокон полихлорвинила. Полумаска является одновременно и фильтром, поэтому в этом респираторе какие-либо клапаны отсутствуют. При вдохе воздух движется в одном направлении, а при выдохе – в противоположном. Получается как бы маятниковое его движение через ткань, что существенно снижает защитные свойства. Респиратор безразмерный. Подгонка по лицу осуществляется путем завязывания резинок на нужную длину. Нос обжимается металлической пластинкой, вшитой в респиратор. Респиратор У2К выполнен в виде фильтрующей полумаски с клапанами вдоха и выдоха. Плотность прилегания респиратора к лицу обеспечивается за счет его формы, металлической пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет свойств материала, который обеспечивает мягкое и надежное уплотнение или прилипание респиратора по линии прилегания к лицу. Респиратор РУ-60М состоит из резиновой полумаски с клапанами вдоха и выдоха и двух сменных фильтрующих патронов, содержащих специализированный поглотитель. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей, пыли и некоторых газообразных вредных веществ. Фильтрующие патроны специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсичных свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировки.
Респиратор изготавливают с полумаской трех ростов. Особое место среди средств защиты органов дыхания занимают самоспасатели. Они предназначены для экстренного применения в случае пожара или аварии и обеспечивают выход человека из опасной зоны. Отличительной особенностью этих средств является то, что они уже при заводской сборке готовы к действию и не требуют предварительной подготовки или подгонки. Следует помнить, что фильтрующие средства защиты имеют ограниченный срок действия и не могут обеспечить защиту от всего спектра существующих ядовитых веществ. Теперь о индивидуальных средствах защиты кожи. Эти средства предназначены для предохранения людей от воздействия химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Средства защиты кожи подразделяются на изолирующие, воздухонепроницаемые, и фильтрующие, воздухопроницаемые. Средства изолирующего типа изготавливаются из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность и благодаря этому защищают человека. Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанные специальными химическими веществами. В защитной фильтрующей одежде человек меньше устает и движения его менее скованы. Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде они обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов. Используют их в комплексе с противогазами. Наиболее распространены такие изолирующие средства защиты кожи, как легкий защитный костюм L1 и общевойсковой защитный комплект. Перейдем к рассмотрению медицинских средств индивидуальной защиты. К ним относятся медицинские препараты и материалы, предназначенные для предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и применяемые в порядке само- и взаимопомощи. Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта шириной 10 см и длиной 7 метров с двумя ватно-марлевыми тампонами в герметичной упаковке. Инструкция напечатана на упаковке. Тампоны кладут на рану стороной, прошитой белыми нитками. При небольших ранах тампоны накладывают один на другой, а при обширных ранениях или ожогах – рядом. В случае сквозных ранений одним тампоном закрывают входное отверстие, а вторым – выходное, для чего тампоны раздвигаются на нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляется булавкой. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для защиты и дегазации открытых участков кожи от фосфороорганических ядовитых веществ. Представляет собой тампоны с дегазирующим раствором в герметично заваренной оболочке. Инструкция напечатана на упаковке. При использовании вскрыть пакет по насечке, достать тампон и равномерно обработать им открытые участки кожи, лицо, шею, кисти рук и прилегающие к ним кромки одежды. Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты предназначен для оказания первой помощи в очагах поражения с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы. В состав комплекта могут входить различные препараты,
зависимости от характера прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. Например, в состав комплекта для обеспечения населения возможного радиоактивного и биологического загрязнения входят радиозащитные средства, противорвотные средства, антибактериальные средства. Лекарственные препараты принимаются по указанию медицинских работников. При отсутствии специальных средств защиты, изготовленных промышленностью, можно воспользоваться подручными и простейшими средствами. Их эффективность, сфера и удобство применения существенно ниже, но в экстремальной ситуации при грамотном применении они способны сохранить жизнь и здоровье человека. В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть использован прежде всего производственная одежда, куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые из брезента, огнезащитные или прорезиненные ткани, грубого сукна. Они способны не только защищать от попадания на кожу радиоактивных веществ, но и от капель, паров и аэрозолей многих химических веществ. Брезентовые изделия, например, защищают от капельно-жидких отравляющих веществ зимой до часа, а летом до 30 минут. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой полимерной пленкой. Защиту могут обеспечить также и зимние вещи – пальто из грубого сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаное пальто. Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или бытового назначения, резиновые боты, галоши. Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие отравляющие вещества до 3-6 часов. На руки следует надеть резиновые перчатки или кожаные перчатки, можно рукавицы из брезента. Чтобы обычная одежда лучше защищала от паров и аэрозолей вредных веществ, ее нужно пропитать минеральным или растительным маслом. В экстренных случаях для защиты органов дыхания можно использовать плотную многослойную ткань, полотенца и шарфы. Эффективность таких средств повышается при увлажнении водой или нейтрализующими растворами в зависимости от опасного вещества. Но гораздо удобнее и эффективнее простейшие, но специально изготовленные средства защитных органов дыхания. К ним относятся противопыльная тканевая маска ПТМ и ватно-марлевая повязка. Противопыльная тканевая маска предназначена для защиты органов дыхания, лица и глаз от радиоактивной пыли, в некоторой степени аэрозолей. Изготавливается маска по специальным выкройкам 7 размеров в зависимости от высоты лица. Маска состоит из корпуса и крепления. Корпус делается из 4-5 слоев ткани. Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное полотно, меткаль, трикотаж. Для внутренних слоев – фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесом. Крепление маски изготавливается из одного слоя любой тонкой материи. Отверстия для глаз закрываются стеклами, целлюлоидом или иным прозрачным материалом. Гораздо проще в изготовлении ватно-марлевой повязки. Берут кусок марли размером примерно 100 на 50 сантиметров. В средней части марли на площади 30 на 20 сантиметров кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 сантиметра. Свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату. Концы марли, около 30-35 см, с обеих сторон посередине разрезают ножницами, образуя две пары завязок. Завязки можно закрепить стежками ниток.
Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы был хорошо закрыт рот и нос. Завязки завязываются на затылке. Для защиты глаз можно использовать противопыльные очки. Следует помнить, что от химически опасных веществ простейшие средства защиты органов дыхания не защищают, но пропитанная 5% раствором лимонной кислоты ватно-марлевая повязка кратковременно задерживает аммиак, а 5% раствором пищевой соды незначительные концентрации хлора. Заполнение защитных сооружений гражданской обороны осуществляется по сигналам гражданской обороны. Укрываемые прибывают со средствами индивидуальной защиты, одеждой и запасом продовольствия на двое суток. Предпочтительные продукты без острых запахов и в защитной упаковке. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. Размещение, как правило, происходит группами по производственному или территориальному признаку: цех, участок, бригада, дом. Места размещения групп обозначаются указателями. В каждой группе назначается старший. Укрываемые размещаются на нары. Устанавливается очередность пользования местами для лежания. При переполнении возможно размещение в проходах. Закрывание дверей убежища и укрытий производится по команде руководителя гражданской обороны или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира звена по обслуживанию защитного сооружения. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры. Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища, соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, женщинам и детям. Как правило, для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении устанавливается определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки. В это же время раздается вода, если она лимитирована. Уборка помещения производится 2 раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. Технические помещения убирают личный состав звена по обслуживанию убежища. Немного о мерах безопасности. Запрещается прикасаться к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где установлены дизельные электростанции и фильтровентиляционный агрегат. Запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения коменданта, самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитные герметичные двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи и фонари. Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта. В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом опасных веществ, укрываемые немедленно должны надеть средства защиты органов дыхания. Автоматические установки пожаротушения состоят из стационарных устройств и обеспечивают локализацию или ликвидацию пожара до возникновения критических значений опасных факторов пожара, наступления пределов огнестойкости строительных конструкций, причинения максимально допустимого ущерба имуществу, наступления опасности разрушения технологических установок. Автоматические системы пожаротушения определяют первые признаки возникновения пожара и приводят в действие систему подачи в очаг пожара огнетушащего вещества в виде воды, пены, газа или специального порошка. Установки пожаротушения могут включаться и вручную. Установки водяного пожаротушения используются для защиты от огня самых различных гражданских, промышленных, технических и других объектов.
По конструктивному исполнению установки водяного пожаротушения подразделяются на спринклерные, предназначенные для локального тушения пожаров, и дренчерные, для тушения по всей территории или ее части. Конструктивно они различаются видом оросителя, распылителя жидкости, типом клапана, установленного в узле управления, и наличием самостоятельной побудительной системы для дистанционного и местного включения. Тонкораспыленные называют воду, полученную в результате дробления водяной струи на капле со среднеарифметическим диаметром менее 150 микрометров. Мельчайшие частички воды обладают высокой проникающей и дымоосаждающей способностью, что усиливает огнетушащий эффект. Получают тонкораспыленную воду либо за счет значительного повышения давления на распылителях, либо за счет специальной геометрии распылителя. Установки пенного пожаротушения отличаются от водяных наличием устройств для генерации и подачи пены и системы дозирования. Остальные элементы и узлы по устройству аналогичны установкам водяного пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения используют в качестве огнетушащего вещества специальный порошок. Они работают как по команде пожарной сигнализации, так и в автономном режиме. Автономные установки чаще всего выбрасывают разовый заряд порошка и тушат пожар на начальной стадии, в локальной зоне, срабатывая при повышении температуры окружающей среды. Действие установок газового пожаротушения основано на вытеснении из помещения воздуха газом, не поддерживающим горение. Необходимо отметить, что установки газового пожаротушения можно применять только при отсутствии людей в помещениях. Противодымная защита – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения. Система противодымной защиты здания или сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения или предотвращения их распространения. Совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включение установок пожаротушения и систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты, называется установкой пожарной сигнализации. Основные элементы установок пожарной сигнализации – пожарные извещатели, приемные станции, линии связи, звуковые или световые сигнальные устройства. Установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Мобильные средства пожаротушения предназначены для профессионального применения. Они устанавливаются на транспортных средствах, вертолеты, суда, автомобили, комплектуемыми мотопомпами, специальными насосами, емкостями для воды и пены, пожарными стволами. Для борьбы с пожарами в населенных пунктах обычно используют автомобили, при сильных и сложных пожарах – вертолеты. На крупных предприятиях мобильные средства пожаротушения могут использоваться объектовыми пожарными формированиями.
Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии. К ним относятся огнетушители, асбестовое полотно, вода и песок, лопаты, ведра и так далее. Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой. Огнетушитель – это переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. По видам применяемых огнетушащих веществ огнетушители подразделяются на порошковые, газовые, водные, пенные и комбинированные. Важной характеристикой огнетушителя является класс пожара, то есть вид горящих веществ или материалов, для тушения которых предназначен огнетушитель. Символы классов пожаров указываются на корпусе огнетушителя. Выделяют следующие классы пожаров. Пожар класса А – это горение твердых горючих веществ. Пожар класса Б – горение жидких и легковоспламеняющихся горючих веществ. Пожар класса С – горение газообразных веществ. Пожар класса Д – горение металлов. Отметим, что для тушения металлов применяются специальные огнетушащие вещества и специальные огнетушители. И пожар класса Е – горение установок и оборудования, находящихся под электрическим напряжением. Наибольшее распространение получили порошковые огнетушители ОП и углекислотные огнетушители ОУ. Порошковые огнетушители наиболее дешевы и универсальны. Принцип работы порошковых огнетушителей основан на вытеснении огнетушащего порошка сжатым воздухом. Огнетушители ОП пригодны для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и установок под напряжением. Не следует использовать порошковые огнетушители при наличии установок и оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка, например, вычислительная техника, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа. Действие углекислотных огнетушителей основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей среды негорючим веществом, то есть углекислотой, до прекращения реакции горения. Углекислотные огнетушители не оставляют видимых следов после применения, поэтому часто используются в помещениях, музеях, архивах и при наличии сложного оборудования. Следует учитывать сильное охлаждающее воздействие струи газа. При наличии тлеющих материалов, например, бумаги, ткани, струя газа только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает тление. Это частично относится и к порошковым огнетушителям, поэтому необходимо дополнительно применять другие огнетушащие вещества. Для тушения тлеющих материалов наиболее эффективны воздушно-пенные огнетушители ОВП, но огнетушители данного типа не должны применяться при горении газов и для тушения оборудования, находящегося под электрическим напряжением. Места размещения огнетушителей помечаются соответствующими знаками. Как привести огнетушитель в действие? Первое. Снять пломбу и выдернуть чеку. Второе. Направить раструб на очаг возгорания. Третье. Нажать на рычаг до упора. Действовать надо быстро. Посмотрим еще раз, как это делается в реальном темпе. Общие принципы тушения очагов загорания огнетушителями. Первое. Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны, так, чтобы ветер дул в спину. Второе. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага. Третье. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все и одновременно. Четвертое. После окончания тушения проследить, чтобы очаг не вспыхнул снова. Нужно помнить, что огнетушители применяются для борьбы с загоранием, но не с пожаром. Противостоять развившемуся пожару с их помощью невозможно и опасно для жизни. Теперь несколько слов о других первичных средствах пожаротушения. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загорания различных веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном шкафу,
оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном. При введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. Один человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения. При пуске воды надо быть готовым к сильной отдаче. Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе проливов горючих жидкостей, например, керосин, бензин, различные масла, смолы и так далее. Песок размещается в специальных ящиках емкостью до 3 кубометров. Асбестовое полотно, кошма, предназначен для изоляции очага горения от доступа воздуха. Очаг пожара накрывается полотном, после чего из-за прекращения поступления кислорода горение прекращается. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения. Для размещения первичных средств пожаротушения немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Использование первичных средств пожаротушения немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.